вот у нас кто торгует. Ну что, я сказал, что на Украине есть женщина, которая торгует семечками. Синичка прилежает, прилетает и ест с руки. Голубь тоже съест с руки. И сколько... Сказали мне, что она летает с 12-го года. Получается, ей уже 10 лет в этом году, это точно. Как он говорил, это традиция, мы ее храним. А вот тот рыжий собака. На Варусе. Не, ну я понимаю, но он и к вам приходил. Так, здоровья, удачи, ну я не... Повторяюсь, но это, наверное, стоит повторить. Опоздал я на троллейбус, но он когда-то подойдет. Но зато я увидел голубицу, голубку, во, которая 12 лет подлетает к работнику распространения этих карточек мобильных. И 12 лет кушает. Традиция, и мы ее храним. Дай бог здоровья и продавцу, ну и голубке. Вот такой вот Миша. Сегодня у нас большое солнце. И секонд-хенд будут давать. 5 гривен я приготовил на десятину.